Еще одна новинка, с которой я решила вас познакомить, это акриолифтинговая маска. Она появилась тоже совсем недавно, и я, конечно же, ее купила. Чем она классная? Дело в том, что она отлично подойдет, если, допустим, вечером было какое-то застолье, либо выпили много воды, либо, допустим, ели что-то соленое. С утра просыпаешься, и цвет лица как будто бы не отдохнувший. То есть лицо как будто бы, ну, может быть, чуть-чуть припухшее здесь, либо какая-то одуловатость видна. Вот, а тогда вот эта маска, ее можно наносить после утренней процедуры очищения минут на 10-15. Что важно, нужно не забыть ее смыть, потому что она очень легкая и, в принципе, не ощущается, что на коже она нанесена. Вот, она обладает легким таким охлаждающим эффектом и убирает всю эту припухлость. То есть я бы ее назвала даже такой палочкой-выручалочкой. Если нужно быстро выглядеть на 100%, шикарное средство, рекомендую.